Доброго вечора, шановні пані та панове, в ефірі Донбас Лайв. Бондарів, проект «Що на боці правди» та на вашому боці. Нагадую, що працюємо ми у прямому ефірі, і ви в будь-який момент можете долучитися до обговорення, зателефонувавши за номером 050-210-0898, або можете зайти на нашу сторінку у Фейсбуці, яка називається «Лайв Донбас Лайв», і там коментувати ті теми, які обговорюємо ми, або піднімати власні питання, які турбують вас. Щоб зайти на нашу сторінку у Фейсбуці, ви можете скористатись QR-кодом, який ви зараз бачите на своєму екрані. Для цього вам просто необхідно увімкнути додаток, який зчитує QR-коди, та піднести камеру вашого смартфону до екрану. Після цього вас автоматично перекине на нашу сторінку у Фейсбуці. Сьогодні до нас у студію завітав Сергій Шахов, народний депутат України. Також завітала Яна Любимова, радниця з питань внутрішньопереміщених осіб Міністерства тимчасово окупованих територій та Міністерства соціальної політики України в Луганській області. І на зв'язку з нами є також Анатолій Червоний, член громадської організації «Захист прав та свобод внутрішньопереміщених осіб права на життя». І тема, яку ми будемо обговорювати протягом наступних 50 хвилин – це соціальні виплати для внутрішньопереміщених осіб та забезпечення їх житлом. Ну що ж, от пане Сергію, давайте розмову почнемо з вами, тому що народні депутати, вони не підтримали проєкт постанови про заходи з посилення соціального захисту внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, цим проєктом передбачалося встановити адекватні розміри щомісячної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату комунальних послуг, і передбачалось прив'язати такі виплати до прожиткового мінімуму. От ви голосували за, але все ж таки рішенням 118 депутатів Верховної Ради, точніше, от голосів 118 депутатів Верховної Ради не вистачило для того, щоб прийняти цей проєкт постанови. От розкажіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте? Я так розумію, преждевременно, тобто поставили на голосування в той момент, коли не було перших депутатів в залі засідання, як звичайно, да, це буває. А второе, многие законы, вот на пленарной неделе мы приняли нормально и по поводу переселенцев, учеников, студентов, которые на полгода могут остаться после того, как закончили институт, университет, академию. И также приняли решение по поводу документа оборота по переселенцам. Я уверен, что и этот закон будет принят. Неважно, от каких политических сил это будет зависеть. Я пообщался со многими народными депутатами, и с переселенцами также, и с депутатами-мажоритарщиками, которые готовы поддерживать этот закон. Также будет на этой пленарной неделе вынесен закон, если я не ошибаюсь, 66-92 по пенсионерам. Он год блуждал по кабинетам, по комитетам. Ко мне обратились переселенцы, обратились ко мне... По одному человеку это тяжело, когда обращается полностью ко мне делегация. Я говорю, что это важно, это очень важный закон. Естественно, я не поленился, опять-таки прошелся по комитетам, пообщавшись со своими коллегами. И сам именно группа «Воли народа» вынесла этот законопроект на Погоджувальну Раду. Поруби поставил в порядок денный. Так что думаю, что дай Бог, чтобы опять-таки поддержать переселенцев сегодня, которые находятся в беде, по большому счету, которые сегодня никому не нужны. Но я сам переселенец, выбираться я, получается, в народные депутаты могу, а голосовать я не могу. Это прямое нарушение нормы закона, прямое нарушение Конституции Украины. Опять-таки, в ближайшее время, если не ошибаюсь, 62-25 законопроект тоже будет внесен в зал Верховной Рады на голосование по, опять-таки, голосованию переселенцев. Ну, ни в какие рамки это не вписывается. Поэтому работаем потихонечку. А вот скажите, будь ласка, вы зареєстровані как переселенцы, чи отримуєте ви ось цю цільову допомогу? Ну, в розмірі 420 гривень. Перш за все,
Я поступив, ну, вважаю на свою думку як патріот, тому що я не виписувався саме з міста Стаханова, Кадіївки. Хоча мою квартиру захопили, і всі підприємства, які були, ну, і залучені інвестори в усю Луганську область, яка сьогодні захоплена. Тому не вважаю потрібним на сьогоднішній день, як там переселенцю реєструватися. Я можу собі дозволити, в мене нормальна заробітна плата, тому я можу собі дозволити не оформлювати собі там дотацію в 420 гривень. Хоча вважаю таки, що це знущання над переселенцями, які переїхали з двома дітьми, пенсіонер, наприклад, там 80 років або 70 років, який не може собі дозволити зайти в аптеку, купити собі ліків. Це жебрацька дотація, яку отримують сьогодні люди за своїм станом, який вони отримали з захоплення тієї території. На сьогоднішній день людей лишили свого житла, людей лишили своєї землі, своєї батьківщини лишили. Родин, страна є, а там, де, ну, а батьківщини лишили. І лишили, ну, наприклад, я не можу поїхати до батьків на Червону Горку, не можу поїхати до мами, до тата, які поховані на тій території. Ну, зрозуміло. Давайте, от, пані Яно, от як ви вважаєте, наскільки достатніми є ті заходи, які зараз здійснює, так, уряд України, от, стосовно соціального захисту внутрішньопереміщених осіб? Ну, я вряд ли можу давати оцінку. Дійсно, законодавство не є досконалим, да, на українському мові це слово. Но дійсно, багато закони, як от зараз пан Сергій сказав, о тому, що багато закони позитивні, прийняті на цій неділі, в частності. І ми дійсно чекаємо прийняття закону 6692, який зніме серйозне напряження з питання АВПО, а цей питання зараз кожен день актуален. І один із важливих факторів, який там буде відражений, це відділення пенсійних виплат від соціальних. Это разные виды выплат, и это сейчас вот на днях будет проведен, право на захист лоббирует проведение показательного судебного дела вот именно по пенсиям. То есть это тот болезненный вопрос, который мы должны один раз решить, раз и навсегда, отделив их от социальных, и не путать эти вещи. Действительно, размер социальных выплат не так высок, как сегодня этого хотелось бы, и для работающих он не был поднят. И эти люди, возможно, даже более не защищены, чем те, которые приехали вот с детьми, потому что человек работающий должен содержать еще этих детей. А как вы знаете, Луганская область, которая не есть оккупированной, слава богу, она не может обеспечить такого уровня зарплат, большая часть, не может обеспечить такого уровня зарплат, как эти люди получали на вот уже оккупированной территории. И, конечно, есть проблема и психологически та, о которой говорил Сергей. Я тоже из Стаханова, из Кадиевки, и я тоже не могу поехать туда. И мы все надеемся, що ці питання вирішаться в ближайшее время. Пане Анатолію, от питання до вас. Так, ви також є переселенцем, зараз ви проживаєте в місті Слов'янськ. От, на вашу думку, наскільки достатніми є ті заходи, які здійснюють уряд країни, щоб уряд нашої країни, щоб соціально захистити, так, внутрішньо переміщених осіб. І от також, на вашу думку, наскільки ось ця сума, яку платять, 420 гривень, от, є достатньою? Ну, я буду говорить по-русски, чтобы, может быть, кто-то больше понимал этот вопрос. Значит, смотря как рассматривать кому. Я здесь уже живу четвертый год, можно сказать, и вижу разных переселенцев. Есть молодежь, но инвалиды, ну, молодежи до пенсионного возраста. Они работы не могут найти. Но они живут, снимают квартиру. Вы теперь сравните их, как вот у них, как им быть. Есть молодежь с детьми, которая сталкивается с проблемами, то, что вот я слышал от выступающих, проблемы. Надо еще и воспитывать детей. Надо еще и заботиться им о своих родителях. И у некоторых родители живут на той стороне. Ведь их не бросишь, так как сделала, ну, для
огромного числа оставшихся там пенсионеров держава наша. Вот эти, все эти сложности с оформлением, с получением пенсий, это очень-очень большая проблема. Вот у меня, мне уже 75, вот уже скоро будет, и вот у меня много друзей, много, которые так и не получили ни копейки пенсии, ушли на тот свет. Учителя, я, извините, что я говорю о самом таком для меня больном, 26 и 28 года, они были оформлены с 14 декабря где-то по середину, по июль 15 года. Ну, получали пенсию по доверенности, потом и прекратили. Ну вот представьте себе, муж и жена 26 и 28 года живут на то пособие, которое там они получали. Дальше я обращался и в управление соцзащиты, Минсоцполитики и даже к президенту. Надо как-то решать этот вопрос. Ну, мне получали, я получал, я понимаю, ответ готовил не президент, готовил Минсоцполитики о том, что по закону 2005 года пенсионер должен быть сам получать. Ну, я говорю, пожалуйста, обеспечьте, возьмите реанимобиль, привезите и решите этот вопрос. Вопрос, ну, тянули. Где-то в 16 году умер муж этой семьи. До сих пор, прошло уже 2 года, вот это тянется волокита. Говорят, деньги получат семья после того, как он умрет. Ну, я даже такую, как бы говорится, уже грубую шутку сказал. Пожалуйста, когда он умрет, отправьте ему туда деньги. Никто не взялся. Поэтому для меня это очень-очень вот чувствительный удар, как говорится, ниже пояса, что наше государство именно, ну, не решает такой вопрос, обвиняет их как там, в воровстве, то, что они умерли и продолжают воровать, ну или тому подобное. Я понимаю, это вопрос сложный, но его, ну, надо решать. Мне, например, стыдно перед моим вот учителем, который умер и который не получал пенсию, или же вот против его супругой, которая до сих пор не получает с 15 года. Да, хорошо, что у нее там есть сын, который еще там работает. Ну, здесь комментировать, наверное, нечего. Это то, что вот по выплате этих. Затем мне очень даже как там стыдно перед теми людьми, которые вот приезжают оформлять пенсии. Иной раз встречаю даже знакомых. Их с машины выводят под ручки и ведут туда. Они в таком состоянии пересекали эту границу пересечения, тратили на это время 6, 8, 10 часов. Ну, я просто не понимаю этого. Пане Сергію, от питання до вас. Так, от пан Анатолій озвучив, скажімо так, декілька таких великих проблем, є, які є в житті переселенців. Зокрема, те, що постійно необхідно перетинати так, пункт пропуску, якщо людина живе, наприклад, на окупованій території, от пенсіонер. І також він торкнувся питання того, що пенсіонери не можуть в деяких випадках дістатися до Ощадбанку, так, для того, щоб отримати гроші, ну, які їм положені, оцю соціальну виплату. І от перше питання, яке хочу вам задати, от чому ж все ж таки до цього часу не вдалося, скажімо так, врегулювати або не був створений механізм отримання пенсії пенсіонерами, социальных, точнее, выплат пенсионерам, которые живут на оккупированной территории. На последней встрече с Куртом Волкером, когда мы встречались с народными депутатами от разных политических сил,
Я представлял в тот момент наш край, и я рассказал ситуацию, которая происходит на оккупированной территории. Я поднял тему воровства 200 миллиардов гривен с пенсионного фонда за все 26 лет существования нашей страны, независимой, и просил Курта Волкера на встрече с Сурковым, это было перед встречей с Сурковым, получается, их, поднять вопрос, первое, это открытие перехода «Золотое» и «Счастье», и второе, поднять вопрос, обязательно поднять вопрос выплаты пенсии на тех территориях. У меня также в этом году, ну, в 2017 году ушел из жизни директор школы, человек, который меня воспитывал, это Николай Сергеевич Просоленко. Также в 2016 году ушла из жизни моя любимая учительница по алгебре Людмила Александровна Завуч Мартыняк. И больно об этом говорить, эти люди не получили пенсию. Они не могли просто переехать в большую Украину, не хотели бросать детей, детей чужих не бывает. И у них учеников на тот момент насчитывалось 400 учеников в 11-й гимназии. Они не выезжали оттуда, они не выходили на референдумы, они не голосовали там за ЛНР, ДНР. И были брошены под танки системы, которая просто за счет переселенцев, за счет Крыма, за счет оккупированных территорий хотят закрыть дыру в 200 миллиардов гривен. Если брать без девальвации по тому курсу, когда еще был до царя Панька, допустим, Кравчук, Кучма, Ющенко, все до единого приложили руку к этому, да, Янукович. И сегодняшняя система, когда я говорю с Гройсманом, да, то вопрос пенсионного фонда очень горячо стоит на поверхности. Я направил полностью обращение к Генеральному прокуратуру, во все антикоррупционные органы, получается, на БУСАП. Дальше я обратился к Авакову по этому вопросу, чтобы поднять, где же все-таки не только делись деньги 200 миллиардов, да, кто же наживается сегодня на этой беде, и почему за счет территорий, получается, которые сегодня находятся практически в огне, да, которые сегодня ну, людям нет ни гуманитарной помощи, так же само не работают предприятия. Люди, которые переехали сюда, над ними издеваются во всех социальных службах там, или там, в пенсионном фонде. Я понимаю, что в пенсионном фонде, когда стоит очередь и у человека сдают нервы, да, но когда просто-напросто идет вымогательство, обычно, допустим, это было и в Днепропетровске, сколько мне звонили, и в том же областном центре Северодонецка, и я сегодня собирал большое собрание в городе Северодонецке, да, были все представители власти, получается, и заместители городского головы, и социальный захист, и я поднимал вопрос 365-й постановы, которую выдал Кабинет министров, всех законов, о которых мы сегодня говорили, да, и о отношении к людям, которые сюда переезжают. Мы не другорядні, мы на такі ж очі, мы на ж такі руки, правильно? Я ще можу стати і народним депутатом. Чому до мене повинні так ставитися, як сьогодні ставляться в соціальних закладах? Дальше мы поднимали вопрос, почему сегодня пенсионеры из Львова, из Закарпатья могут выехать за рубеж, в ту же Москву или в Питер, да, и их не проверяют. Я об этом говорил на заседании Верховной Рады. Я поднял этот вопрос открыто, я задал его Гройсману. Подождите, давайте сейчас переселенцам наденем браслет электронный на ногу, давайте оденем им наручники. Их сегодня ходят, проверяют по квартирам. Они что, преступники? У них какая-то подписка о невыезде из нашей страны, что их сегодня проверяют. И в момент встречи с Куртом Волкером он четко сказал о том, что нужно на ту территорию найти выход, Красный Крест, либо ОБСЕ, либо любые международные организации, которые должны привести пенсию, заработанную нашими родителями, и выдать в конверте жовто-блакитную стрічку. И по сей день ВОЗ и ныне там. Я, понятное дело, говорят, что один человек может одеть доспехи справедливости, перебороть целую армию греха. Сегодня поднимали вопрос и тарифов в Северодонецке, которые должны были поднять. Я четко поставил задачу, никаких поднятий тарифов и быть не может в Северодонецке. Подняли вопрос Ледового дворца, который там, ну, со всех сторон типа враги там хватают информацию. Понятное дело, с 2005 года хуже фашистов, хуже
стяжателей позакладывали имущество, теперь типа лишились и рейдерам сдали предприятия, какие-то самозванцы и все остальное прочее. Я уже созвонился с банком, подняли вопрос, получается, в судебных инстанциях, чтобы вернуть Ледовый дворец сегодня Северодонецку, тоже поднял эти вопросы. И на каждом шагу, за что мы сегодня не возьмемся, везде одни проблемы, куда бы мы только не повернули. Конечно же, сегодня в самой большой проблеме оказались люди, которые лишены своего жилья, лишены, получается, дети не могут ходить в детские сады, школы, потому что детские сады повыкупались еще с советского времени практически, как прихватизация нашлась. Пошли сегодня по городу Северодонецку, детских садов закрытых море просто. Поставил задачу найти хозяевов этих детских садов, чтобы переселенцы, 50 тысяч людей, которые зарегистрированы в городе Северодонецке, могли повезти свою детвору в детские садики. Также подняли вопрос рабочих мест. Сегодня хватает, в принципе, рабочих мест. Сегодня нет в городе зеленхоза, сегодня нет в городе нормальной дороги, службы. Сегодня нет в городе Северодонецке, опять-таки, да и, ну, в принципе, по всей области сегодня нехватка рабочих мест, а предприятия, куда ты ни кинься, все заводы стоят. Я об этом также ставил вопрос перед Зубко, вице-премьером, и также вопрос ставил перед Гройсманом. Ребята, сделайте выездной кабмин. Выездной кабмин на Луганщину, и вы увидите всю прелесть жизни здесь, в мирной Украине. Я говорю, чтобы люди захотели вернуться в мирную Украину, они должны посмотреть, как сегодня мы живем. Как они должны посмотреть, как развивается наша инфраструктура, как развивается сегодня, как идет индустриализация. У нас придумали министерство, видбудовы Донбассу. Я говорю Чернышу, вы приехали на импульс предприятия, вам надо было на азот прийти и послушать людей. Нам треба розбудовувати. Давайте давати рабочие места. Пане Сергію, трохи відхиляємось так від теми. От, пані Яно, до вас запитання. От вже говорили ми про виплати на окупованих територіях, так, і от, зокрема, є така інформація, що уряд готовий відновити виплати пенсій людям на окупованих територіях Донбасу, але за умови, якщо цим займеться Червоний Хрест. Таку думку в інтерв'ю Deutsche Welle висловив очільник Донецької області Павло Жебрівський, і в свою чергу гуманітарні організації заявляють, що готові бути посередниками в цьому процесі. От як ви ставитесь до того, щоб, наприклад, Червоний Хрест або якась інша міжнародна гуманітарна організація займалась виплатою соціальної допомоги пенсионерам, які живуть на окупованій території? На самом деле Сергей только что коснулся этого вопроса, и он действительно обсуждается, это с 2015 года идет вопрос о передаче этих полномочий на Красный Крест. Но на самом деле, тоже поддержу Сергея, как он сказал, ВОЗ и ныне там, мы не видим ничего. Есть другие практики, грузинский опыт, я о нем все время говорю, где на линии переразмежевания стоят вагончики, в которых перемещенные люди могут прийти, получить все социальные услуги без очередей, без необходимости разъезжаться каждому в свои города. И действительно очень серьезная нагрузка идет на предприятия социальные, которые услугу оказывают. Там действительно огромные очереди. И единственный переход в Луганской области – это огромная проблема. Там уже стало практически нормальным то, что умирают люди, оставляемые нашей программой и другими международными организациями. Инфолистовки расходятся просто каждый день, потому что законодательство меняется постоянно. И дискриминационная постанова, о которой ранее говорили, 365-я, действительно усложняет, в общем-то, процесс. И я повторюсь о том, что вот пенсионные именно выплаты, это уже, ну, стало очевидно для всех. Это собственность человека. Мы должны их платить. И найти механизм, как платить эти выплаты, должна все-таки наша страна, государство Украина, потому что вот тот, о чем говорил наш партнер из Славянска, умершим людям действительно вернут. Вот почему мы не платим сейчас живым, чтобы искать потом механизмы выплачивать мертвым? Так сегодня семьи бедуют с детьми. У меня постоянно в приемной, пожалуйста, я еще раз обращусь в прямом эфире к переселенцам. Гагарина 104, пожалуйста, переугол Курчатова, пожалуйста, обращайтесь. Если бы ко мне не обратились делегация переселенцев, ну не было бы этого законопроекта 66-92. Ну никто бы не внес его реально в зал для голосования. О нем забыли, о переселенцах забыли. Ко мне обратились люди, получается, подняли вопрос.
вопрос. Я на тот момент еще не был народным депутатом, когда этот законопроект зарегистрировали. Сегодня подняли, ну, нашли мою приемную, и вот этот законопроект, пожалуйста, внесен уже в зал для голосования. Я максимально приложу усилий, чтобы проголосовали, поддержали пенсионеров. В данный момент это самая незащищенная ниша нашего населения, которая, ну, отработав 50 лет на предприятии, предприятия уже нет. Сегодня к ним требуют, сегодня к ним в соцзахисте або в пенсионном фонде требуют: вы с 1986 года привезите, пожалуйста, справку с территории ЛНР или ДНР, а мы потом вам пересчитаем пенсию. Во-первых, пенсия копеечная эта, да, на которую купить себе лекарство пенсионер не может, не то что снять квартиру, о которой говорил вот наш коллега буквально на проводе. Да. И сейчас, в данный момент, не могут пересчитать пенсию, там 500 гривен начислить. Это просто страшная ситуация, которая в данный момент происходит. А от могли б якось пояснити, от чому все ж таки пенсія була прирівняна до соціальної виплати? І тепер складається така ситуація, що якщо переселенець, так, пенсіонер, який живе, наприклад, ну, нехай в Сєвєродонецьку, так, він поїхав на окуповану територію, і він пробув там більше 60 днів, він позбавляється ось цієї соціальної виплати, і як в результаті він позбавляється пенсії. От як так сталося? Ви можете пояснити? Ні, він не позбавляється цієї пенсії. Я розбирався сьогодні в соцзахисті з цим питанням. Коли він виїхав на ту територію, наприклад, і зареєструвався там, ну, на Станично-Луганському районі на переході, 60 днів не повернувся, просто зупиняється виплата. На той момент, коли він повертається, ну, це як мені пояснили сьогодні в Сєвєродонецьку, коли повертається переселенець, йому знову нараховуються і виплачуються ці гроші. Я зробив запит як народний депутат офіційний, щоб мені дали відповідь офіційну, як воно, ну, прописано в них правильно. Якщо, ну, мене сьогодні не ошукали, не обдурили, а вважаю, що так воно і є, але не могли такого зробити, то сьогодні, ну, коли переселенець буде повертатися через 60 днів, йому буде нарахування цих грошей. Но мене удивляє следующее. Это наши украинцы, они заработали эти деньги. Он является переселенцем, он уехал к своим детям, он поломал там ногу, или что-то случилось с человеком, не дай бог, там онкология или что-то еще, да, он лечится. И он не может приехать забрать свои деньги, ну, там, или ему не могут перечислить его деньги на карточку. Вот это страшно. Именно эти вопросы мы поднимали на вопрос, ну, на круглом столе с Куртом Волкером, чтобы на ту территорию, почему люди сегодня должны стоять 18 часов на жаре, на холоде, под дождем, 28 градусов мороза, там, допустим, или сугробы по 4 метра позаметало, не видно ни людей, ну, кто там стоит в этой очереди. Это издевательство над украинцами, которые строили эту страну. Ну, давайте зараз поцікавимось думку, так, пана Анатолія. Пане Анатолію, як ви вважаєте, чи достатня кількість пунктів перетину лінії розмежування і чи достатня кількість мобільних відділень Ощадбанку, які працюють безпосередньо на лінії зіткнення? Ну, я хочу сказати о том, що перетинання лінії розграничення, вона, звісно, коли прийшов пан Жебрівський, главою Донецької ОДА, він пообіцяв, що він прикладе багато зусиль по покращенню умов перетинання кордону, що там будуть збудована інфраструктура, що мешканці окупованої території можуть бути дуже так швидко тільки доїхати, пройти лінію перед, ну, розграничення, і там будуть, ну як, типа ярмарок, будуть стояти банкомати, буде все. Він почав це робити, я був свідком, це десь на Майорську, там оце Зайцево-Майорське там було. Да, почали будувати, а потім чомусь їх припинили будувати. І сьогодні, ну, я навіть не можу розуміти, чого це так произошло. Дуже, і я вам даже таке приведу. От люди хворі перетинають кордон, якщо є такі послуги, їм оказують водії легкових
автомобілей, вона десь коштує, ну, 500 гривень, 500, 550 гривень в одну сторону. Ви порахуйте, скільки обходиться цій людині поїздка туди-назад. І що, ну, я, чому це так, ніхто не звертає уваги? А тому, що от я це скільки тут мешкаю в місті Слов'янську, не було ні разу, щоб нас тут приїхав міністр окупованих територій, заступник, щоб зібрав, щоб він поспілкувався з переселенцями, щоб, ну, по душам, щоб можна було не так, як ото кажуть, ти дурак, як ото в парламенті. Хай мене вибачить присутній між нами депутат. Ти дурак, ти сам дурак. Ну, для того, щоб розуміти це і почувствувати, треба поспілкуватися з цими людьми. Бо я ні Черниша не бачив, оце в нас тут, ні Туку, ні, ой, забув ще як заступник, що по телебаченню дуже часто виступає. Не, от я як знімаю шапку перед депутатом, нашим співбесідником, співрозмовником. У наші тут депутати, де тут Солод, Юрій Солод і Наталя Королєвська, ну, може, вони збирали переселенців без моїх знайомів. Ну, я не бачив такого, щоб вони поспілкувались. Даже міська влада і обласна влада, ну, не бачив я такого, що була зустріч переселенців, щоб, ну, хочеш узнати настрій людей, поспілкуйся з ними. Зрозуміло, пане Анатолію. І в нас вже є дзвінок нашого телеглядача або радіослухача. Доброго вечора. Хто ви, звідки, представтесь та ставте своє запитання? Ну, мене звуть Анатолій, я з Маріуполя. У мене запитання до депутата вашої студії. Ну, чому він вважає, що всі зобов'язані платити гроші переселенцям? Уся Україна. Наприклад, увесь Сєвєродонецьк, який працював все життя на Луганськ, побудували там багато будівель адміністративних. Він жодної копійки не отримує пенсії. Всі пенсіонери, які працювали там на Радянський Союз, в тому числі на Луганськ, і їм не платять ні копійки з Луганська. А чому? Я не розумію. Хай депутат це розповість. То чому їм не платять гроші з Луганська? От, будь ласка, поясніть, пане Сергію. Прежде всего, я сам с тех территорий и общаюсь постоянно, каждый день, не только с переселенцами, а с теми людьми, которые остались на той территории, которые меня учили, которые меня лечили, мои друзья, которые не смогли сюда переехать. И в данный момент, когда случилась беда, давайте вы живете в Мариуполе, и давайте, не дай бог, Мариуполь бы оказался на той территории. Как бы тогда заговорили вы в этой ситуации? Не бывает чужого горя. Даже у соседа, с которым вы не разговаривали 20 лет, если у него случается пожар, то вы бежите и тушите его, понимаете? И помогаете его затушить, чтобы ни на вашу хату не перекинулось, не только. Чтобы его дети не сгорели, потому что детей чужих не бывает. И когда люди отработали, такие как мои родители, 40 лет на это предприятие, Царство Небесное, моему отцу, который меня в детстве, в юности принял в семью и воспитывал, Царство Небесное моей маме, которая не дожила до той пенсии, которую должна была получать, то когда она отпахала на это государство и обязана просто получать была бы эту пенсию. Я не пошел, как ее сын, там, за пенсией в пенсионный фонд отсуживать, верните мне там 1000 гривен, да? Хотя, наверное, надо все-таки постоять в этой очереди и посмотреть, как это все происходит. Не только в троллейбусе проехаться, не только на КПВВ летом прокатиться, как мы это сделали с народными депутатами. Поэтому я считаю, что все до единого переселенцы, которые являются, по моему мнению, беженцами с той территории, которые не могут поехать на ту территорию, там нет работы, в принципе, как и здесь. Ну, хотя бы отсюда можно поехать за рубеж. Здесь найти можно хотя бы какую-то маломальскую работу, там ее нет. Те люди, которые оказались под бомбежками, которых разбомбили дома, которые остались просто без крова над головой, остались без детей, если там детей убили. Поэтому мы просто обязаны
в гуманитарной миссии помогать этим людям. И 420 гривен для переселенца, который переехал сюда и не нашел себе работу, или нашел, тот, кто нашел себе работу, получает 420 гривен. Тот, кто не нашел, 900 гривен, если я не ошибаюсь. Так это еще раз говорю, это копейки, которые по сравнению с тем, что получает сегодня во всех антикоррупционных органах по 200 тысяч гривен зарплаты. В кабинете министров то же самое получает море зарплаты. Те же самые народные депутаты получают себе зарплату. А сегодня люди бегают с протянутой рукой по базарам или по углам. Бабушка стоит, божий одуванчик, берет себе корочку в мусорном баке, ищет, чтобы скушать, хотя бы себя накормить, понимаете, за целый день. Поэтому я считаю, что пенсионеры и люди, которые сегодня являются в беде, им нужно помогать. А в нас є ще один дзвінок нашого телеглядача або радіослухача. Доброго вечора. Хто ви, звідки, представтесь та ставте своє запитання? Добрий вечір. У мене таке запитання до вас, ведучі і учасники цієї зустрічі. От я маю вас запитати про таке. Чому соціальні служби в Станично-Луганському районі требують на отримання пенсії, вони требують, от люди, які проживають на дачах в Станично-Луганському районі, вони требують на ці дачі, щоб предоставили технічні паспорти на ці дачі. Як власник повинен предоставити технічний паспорт. Ці технічні паспорти до початку війни ніхто ніколи не видавав. А ці люди зараз требують того, чого ми не можемо дати їм. І вони нам затежують пенсії або переселенчі, чи гуманітарну поміч. Вони не видають їх нам. І вони, ви знаєте, як до нас таке відношення страшне, що я вам не можу навіть передати, що доїхати, от інколи хочеться під'їхати, не маєш можливості переночувати в тій же станиці чи десь поближче, от, наприклад, Кондрашевський, вони вимагають 50-60 гривень за те, що оці 5-6 кілометрів треба проїхати. Там, ви знаєте, якесь мародерство страшне, таке відношення до людей, просто жах становиться. Ви знаєте, я етнічна українка і з Луганська, ну мені страшно за цих людей, з якими ми спілкуємося. Дякую вам. Зрозуміло. Пані Яно, для початку прошу прокоментувати вас ось цей телефонний дзвінок. Ну да, действительно, там есть большая проблема с людьми, которые проживают на дачах. Да, действительно, проблема связана с тем, что на эти дачи нет документов. Когда люди строили эти дачи, они их просто строили. То есть адреса фактически там нет. И с этим связана проблема, о которой сейчас вот говорила женщина, которая звонила к нам. Как мы видим решение этой проблемы, это обсуждалось, в принципе, на многих уровнях необходимо как-то зарегистрировать это жилье. Только так мы можем помочь. Мы думаем, может быть, если общественные организации как-то подключатся и помогут людям собрать эти документы, среди них может быть кто-то активный. Потому что просто так назначить номера этим домам. Там есть проблема. Я просто на самом деле, может быть, Сергей что-то добавит по этому поводу. Как ее решить? Она озвучивается не сегодня впервые, а уже озвучивается давно, и пока решений нет. Я вот вас прошу прокомментировать саме цей телефонний дзвінок, але от так коротко і лаконічно. Це мій округ. Будь ласка, всі, у кого є там проблеми по Станично-Луганському району, запишіть, будь ласка, мій номер телефона 050-422-44-44. Якщо я не відповім, то я в студії. Відповість мій помічник, запишіть ваше питання. В кожному районі, в кожному місті Луганської області є приймальна нашого краю, є приймальна Шахова, як народного депутата. Ну, або на щастя, або на жаль, ну, приходиться братися за всі округи, тому що багато питань у всіх переселенців. Будь ласка, зателефонуйте і дайте адресу, де ви знаходитеся. Я знаю цю проблему, я її займаюся. Я говорив з представником влади Золкіним,
Юрієм на це питання, голова району, Станично-Луганського району. Він теж тримає на контролі, але на дачі, на жаль, з радянського часу не були оформлені документи. І тому треба їх оформити. Наші юристи, мої помічники безкоштовно вам допоможуть в цьому питанні. Будь ласка, ще раз 050-422-44-44. Народний депутат Шахов. Пане Сергію, так, дякуємо вам. І от, пані Яно, давайте продовжимо розмову все ж таки от про перетин лінії розмежування. На вашу думку, по-перше, наскільки це психологічно комфортно, а по-друге, наскільки це фінансово вигідно? От якщо это говорити, зокрема, про пенсіонерів. Ні перше, ні вигідно, це дуже дорого, це майже вже бізнес для людей, які там переносять сумки, перевозять на тачках. Це насправді ужасно для пенсіонерів в першу чергу. Да, действительно, там уже развернулся определенный бизнес по поводу этого перехода. Осложняется это тем, что переход всего один, и все люди вынуждены пересекать именно там, потому что донецкие переходы, вот тот ярмарок, о котором говорил наш коллега на линии, а в Луганской области вообще этого ничего и подобного нет. На самом деле, и мы этот переход посещаем достаточно часто, и вот моя коллега Юлиана Гасанбекова 2 дня назад была там, мониторинг проводили и были на нулевой зоне. Это сложно, психологически это ужасно. В очередях, я уже говорила, стало практически нормой, когда людям становится плохо, эти люди погибают там. И говорить об этом можно долго, но мне кажется, все-таки пенсии – это не единственная проблема перемещенных людей. Сегодня на станице мы увидим огромный поток детей, которые хотят сдать экзамены украинские, поступать в украинские вузы. И вот с ними тоже нужно как-то, возможно, с помощью лоббирования со стороны депутатов решить вопрос для того, чтобы эти дети могли пересекать по каким-то льготным очередям. Есть в Северодонецке общественная организация, которая занимается именно вопросом этих детей, для того, чтобы дети с оккупированных территорий имели возможность стать полноценными гражданами Украины, получая украинское образование в качественных украинских вузах. Это дуже велика проблема. От пан Анатолій зазначив також про те, що от не бачив він, ні Георгія Туку він не бачив, і ні інших от представників влади, так, зокрема в місті Слов'янську. От ви є радницею з питань ВПО, от скажімо так, такі ось потреби людей ви доносите до міністерства, що є от просто потреба в тому, щоб просто поспілкуватися, умовно кажучи, так. Ну, от якраз таки іменно такі, похожі. А програма наша створена іменно для того, щоб створити такий мостик між владою і людьми. Тобто доносити до них іменно голос от конкретно цього пенсіонера, да, з його проблемами. Существують гарячі лінії, на які ці люди обращаються. Ми співпрацюємо з 2018 року і з адміністрацією президента. Ці обращення відправляють на міністерство с тимчасово оккупованных территорий Министерства соцзахиста. Кроме этого, мы сотрудничаем с горячей линией Донбасс, СОС, и оттуда тоже поступают. И это конкретно вопросы, ну, на 80% все-таки связанные с пенсиями. Это вопросы освобожденных из плена, социальные выплаты. Ну, то есть, в общем-то, весь спектр вопросов, которые вот у нас добавились в стране с возникновением вот этой ситуации с оккупацией. У нас є ще один дзвінок нашого телеглядача або радіослухача. Доброго вечора. Хто ви, звідки, представтесь та ставте своє запитання? Добрий вечір. Я з Білокуракина. Мене звуть Світлана Івановна. У мене вопрос к вам, може, не по адресу, я не знаю. В 2015 году я йшла на пенсію. І я раніше проживала в Волчевске. Вот, и у меня не понравилась там печать, там, где я работала, и потребовали справку. Когда я в пенсионный фонд привезла в Белокуракино эту справку, мне сказали, что с 2014 года уже не действительно, с декабря месяца была эта справка. И в 2015 году меня туда посылали. Непонятно для чего, если они уже знали, что не возьмут у меня справку. Это одно. А второе, у меня 5 лет забрали моего стажа трудового. Можно я, да?
Пані Яно, от прокоментуйте, будь ласка. Ну, я просто очень хочу вам помочь, но не пойму как. Если возможно, оставьте, пожалуйста, номер телефона. После эфира я возьму, и мы с вами созвонимся. И я постараюсь вам помочь, потому что очень вы... мне непонятно, как. То, что действительно была путаница с печатями, с ноября, с конца ноября 2014 года мы перестали принимать документы, заверенные печатями оккупированной территории. Это правда. И определенный период еще было непонимание среди людей, которые непосредственно с этим работали, и такое могло быть. Но во избежание разнотолков я прошу вас все-таки оставить телефон, и я постараюсь вам помочь. Ну, номер зафіксований, ми його вам потім передамо після ефіру. От пропоную почати розмову. Так, насправді залишилось не дуже багато часу, але от все ж таки кожен, я думаю, зможе висловитись стосовно житла для переселенців. Пане Анатолію, от для вас, наскільки це велико є проблема житло для переселенців? Скажімо так, наскільки наявне житло доступним є для вас? От могли б ви якось поділитись своїми життєвими спостереженнями з цього приводу? Я можу прокоментувати таку подію, яка була в місті Слов'янську. Десь у квітні 2015 року Євросоюз виділив десь близько 900 тисяч євро на житло для переселенців у місті Слов'янську. Була зроблена документація у 2015 році, пройшла експертизу, і потім тендер був проведений, ну і почались роботи по освоєнню цих грошей. Але чомусь місцева влада, користуючись бездіяльністю з облода, дуже так якось халатно, будемо казати, віднеслась до цього. Потім то вони підрядника не того вибрали, то ще там щось. Ну, коротше говоря, оце всередині минулого літа пройшла така чутка, що ці гроші не освоєні, і Євросоюз забирає ці гроші назад. Зрозуміло. От прошу вас прокоментувати. Дійсно такий показовий випадок, так, коли виділяються гроші на будівництво житла для переселенців, але в результаті місцева або обласна влада, або якісь департаменти роблять це таким чином, що житло не будується, тобто тут явно наявна корупція. От на вашу думку, чи можливо зараз долати взагалі корупцію в цій сфері, або хоча б мінімізувати? Давайте будемо дивитися правді в очі. На местах, в областях, получается, ну, люди, чиновники не ощущают, что где-то идет война. У них первоочередная задача украсть, не освоить. Если не нашли нормального подрядчика, который выиграл тендер, который даст им откат в 10, 20, 40, а бывает и 70%, это и есть проблемы. Проблема не от того, что он где-то заработал, а проблема основная в том, что он не выполнил задачу, просто люди дали, а он не освоил эти деньги. 900 тысяч евро, только представьте, миллион долларов, да, это тысячи квадратных метров. Дальше. Сегодня Украина бегает, уровня получается по политике, да, бегает Украина с протянутой рукой к МВФ. У нас 1 700 000 переселенцев, у нас 300 тысяч военных, это 2 миллиона, да, где у нас хоть один город у нас построился? Это реально Киев можно построить этими людьми и за те деньги, которые можно взять в Европе. Не попросить их, дайте нам, и мы проценты вам будем платить. Дайте нам оборудованием, дайте нам стройматериалами, дайте нам электрикой, сделайте эко-город, сделайте город в виде карты Украины, по большому счету, да? Сделайте его на территории там, между Луганской и Донецкой областью, сделайте его всем миром, как это делали в Славутичи, 15 республик строили, получается, 15 республик Советского Союза. Сделайте 197 стран, пусть по улице построят в нашей стране. Вот, пожалуйста, вам будет город для переселенцев. Нужно не воевать, нужно строить. Вот что нужно делать сейчас, в данный момент. Ну, давайте на ці ваші сейчас такі... люди настолько устали, люди хотят мира, понимаете? А сегодня чиновники своими действиями грабят. Вы посмотрите на эти дороги.
Ямы как могилы. Вы посмотрите на всю инфраструктуру за 26 лет, которая просто прогнила. Это же коррупция, не просто за один день. Давайте возьмем коррупцию, до чего может довести. Пацаны сидят в окопе, кто-то украл, получается, 2 копейки на детонаторе, где-то не заминировано. Прошла банда, расстреляли пацанов, 1000 пацанов может погибнуть, правильно? Это смерть. Коррупция – это просто убийство на ровном месте. Везут ребенка, допустим, на лечение, да? Упал где-то, сотрясение мозга. На какой-то яме его трухануло, ребенок умирает. Допустим, правильно? Это тоже смерть, по большому счету. Коррупция – это смерть. Угу. Нас последствия коррупции являют, в принципе, чиновники об этом не думают. Но когда его сын или его дочь попадет в эту ситуацию, тогда он начнет понимать. Ну от давайте тут и зупинимось. Дійсно, можна сказати про те, що корупція – це є смерть. Так, така досить жорстка думка, але в певній мірі справедлива. Дякую вам, пане Сергію, за те, що ви до нас завітали. Вам, пані Яно, також дякую. І... Вам, пане Анатолію, також дякую за те, що ви були сьогодні з нами. Для вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, нагадую, що сьогодні з нами у студії були Сергій Шахов, народний депутат України, також Яна Любимова, радниця з питань внутрішньопереміщених осіб та Міністерства тимчасово окупованих територій і Міністерства соціальної політики України в Луганській області. І у студії в Слов'янську з нами на зв'язку був Анатолій Червоний, член громадської організації «Захист прав та свобод внутрішньопереміщених осіб, право на життя». І тема, яку ми обговорювали, це проблеми внутрішньопереміщених осіб, зокрема, соціальні виплати та житло. Ну що ж, для вас сьогодні працював я, Максим Бондарєв. Любіть людей та думайте головою. Ще побачимось.